Нама Вишну Падаям, Вишна Приштая Бутале, Шимате Бхакти Ведам, Тасвами, Итинамине. Намасте Сарасвати Девам, Гаравани Прачарине, Нирвишеша Шунавадин. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайтам Гадатарам Шивасаде Гаурабхактавриндам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайтам Гадатарам Шривасадим Гаурабхактавриндам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайтам Гадатарам Шривасадим Гаурабхактавриндам Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайтам Гадатарам Шривасадим Гаурабхактавриндам Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Джая Прабхупада, Прабхупада, Шрила Прабхупада. Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад. Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад. Джая Джая Прабхупад, 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 Джая Шрила Прабхупад.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем чтение дневника последней Непрабхупады Тамала Кришны Госвами. Мы сегодня читаем с 21 мая 1977 года. Во время утренней прогулки на автомобиле мы ехали мимо строящегося холодильного комбината. Я спросил, не собираются ли хранить в нем мясо? Владелец был из банки Бихари. Почему бы и нет, ответил Прабхупада. Для многих семей банки Бихари единственный источник дохода. Банки Бихари это, насколько я понимаю, это храм Вриндаване, очень популярный храм. Там божества показывают на несколько секунд, потом закрывают. Там есть такая история, что божества убегают, если долго там открываешь. Кондиционер в гостиной приносит желанное облегчение от дневного жара. Прабхупада велел перенести свою кровать в центр комнаты и отдыхал там после обеда. Проснувшись, он вызвал меня и сказал, что отчет о проповеди в Дакке очень вдохновил его. Только что он получил письмо от Джаяпатаки с вами из Дакки. Прабхупада был очень доволен, что люди охотно принимают нас. Джаяпатака с вами славил Прабхупаду и начинал свое письмо с того, что с нашим приходом у людей после долгих лет мусульманского владычества появилась новая надежда в жизни. Как же милостив Прабхупада, что по всему миру дарует людям духовный подъем. Прабхупада улыбнулся с закрытыми глазами и сказал, «У меня нет другого мотива. Я думал только о том, как сделать людей счастливыми». Вот это мотив чистого преданного. «У меня нет другого мотива. Я думал только о том, как сделать людей счастливыми». И когда мы участвуем, например, в этом нашем скромном служении, слушании воспевания Шриле Прабхупаде, его книги, в этом чате мы должны брать пример, что значит правильный мотив. Как сделать людей счастливыми? Как я могу сделать вас счастливыми? И как вы можете сделать меня счастливыми? Вот это нужно думать. Как слушающий катху может сделать человека, который говорит катху, счастливым? И тот, кто говорит катху, должен думать, как он может сделать счастливым тех, которые участвуют в слушании. Вот это вопрос. И если есть вот этот единственный чистый мотив, по милости Господа обязательно придет понимание. Если я знаю, чего я хочу, ко мне по милости Господа придет понимание, как это сделать. Я думаю только о том, как сделать людей счастливыми. Это есть единственная причина проповеди. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, единственная причина проповеди – это любовь. Как сделать людей счастливыми? Это, этот мотив исходит от того, что мы любим людей в связи с Кришной. Мы любим Кришну с его частичками, или мы хотим развивать любовь к Кришне без его частичек, которое невозможно. И которое вот искаженное состояние. В духовном мире не только Кришна, в духовном мире Кришна и все его преданные. Поэтому пока я не научусь общаться вот таким мотивом, как можно сделать людей счастливыми, слушая, воспевая о Кришне, совершая любое служение, я не смогу никогда научиться жить духовной жизнью и духовном мире.
В духовном мире каждый думает, как сделать счастливым Кришну и других преданных. Никто не думает, как другие должны сделать его счастливым. Только в материальном мире все думают, как другой послужит мне и сделает меня счастливым. В духовном мире все думают о других, о себе не думают. Поэтому там царит любовь. А здесь эгоизм. Каждый хочет здесь обратить на себя внимание. Так или иначе, обращать на себя внимание, что он важный или она важная. И вот что-то не так, одно слово не так, вот, которое не по моему нраву, тогда мы обижаемся или как бы хотим показать, что мы важные. Постоянно вот это есть, сконцентрированность на себе, что вот ко мне не так отнеслись, как я хотел бы или хотела бы. Потому что человек думает о себе постоянно. А в духовном мире не так. У меня нет другого мотива. Я думаю только о том, как сделать людей счастливыми. Прабхупада улыбнулся с закрытыми глазами и сказал. Я сказал, Прабхупада, вы великий враг современной цивилизации. О да, признался он, я величайший враг современной цивилизации. Я объявил ей войну. Днем Прабхупада велел мне сделать смотр его Альмире. Ему скучно было присутствовать при этом, но он настоял на своем присутствии, чтобы ответить на возможные вопросы. Он всегда исполняет свой долг. Среди корреспонденции было письмо от Бхагавата Даса из Бхуванешвара. Бхагавата Даса из Бхуванешвара. Не хватило денег. Прабхупада дал те же рекомендации, что так часто давал уже в письмах. Здание не так важно, как киртаны и раздача просада. Если деньги появятся, здание можно построить и позже. День был очень жаркий, и Прабхупада сильно страдал от жары, даже поднявшись на крышу. Пока Вишвамбара растирал ему ноги, он велел мне массировать ему область сердца со стороны груди и со стороны спины с небольшим количеством масла. К тому времени, как я закончил, у меня сложилось впечатление, что Прабхупада уже не так сильно хочет жить, как в Бомбее. Я видел, что он изо всех сил старался поправиться, начиная с Майяпура, но все попытки заканчивались ничем. После Бомбея и Ришикеша он начал стремительно слабеть. Я видел, что пребывание в теле, которое работает так ужасающе плохо, страшно утомляет его. Ему было бы гораздо легче оставить это тело и соединиться с Господом Кришной. Только по своей беспричинной милости он оставался с нами так долго. Мы здесь тоже можем понять, это один из многочисленных примеров, что по воле Кришны чистый преданный тоже утомляется, болеет его тело. Но по воле Кришны, по его милости, чистый преданный не оставляет свою медитацию на Кришну, свою любовь, свое преданное служение Кришне и его преданным. И болезни, и страдания тела ни в коем случае не влияют на его духовное состояние и духовное служение. То есть духовная чистота и духовное служение продолжаются 24 часа в сутки у чистого преданного. Но вот эти помехи тела, это все устраивает Господь по своей воле. У него есть свой план на каждого, в том числе на чистого преданного каждого. Когда что должно у него болеть или страдать. И мы знаем стихи, нектарные наставления Шрила Рупа Госвами тоже пишет, что помехи тела чистого преданного и болезни тела абсолютно не связаны с его душой, то есть с ним самим. Это нельзя воспринимать как
как к самому преданному. То же самое, как Ганга приводит Шрила Рупа Госвами. Как мать Ганга, это 6-й стих нектара наставлений. Оно не грязное, хотя внешне кажется грязной после сезона дождей особенно. Мы омываемся в ней, потому что это внешне кажущаяся грязь, там мусор, ну, на Ганге течет. Это не означает, что сама Ганга нечиста. Это внешнее покрытие, это специально сделано для глупых людей, чтобы они мало тревожили. Потому что глупые люди — это те, которые Вриндаван, мать Гангу и чистого преданного воспринимают телесно. Как только начинают телесно воспринимать и телесными терминологиями относиться и говорить о настоящем чистом преданном, все у человека перемешивается в голове, человек скатывается в очень плохое состояние, потому что телесное сознание приводит к телесному восприятию, а телесное восприятие часто заканчивается оскорбительными умонастроениями к чистым преданным. Поэтому кто видит душу в себе, и тот видит душу в других, особенно в чистом преданном, и относится духовно. Кто относится материально, по телесным признакам или по умственным признакам, он всегда скатывается рано или поздно на оскорбительный уровень. Ему было бы гораздо легче оставить это тело и соединиться с Господом Кришной, пишет Тамала Кришна Госвами. Только по своей беспричинной милости он оставался с нами так долго. Я видел это пребывание в теле, что пребывание в теле, которое работает так ужасающе плохо, страшно утомляет его. И мы доверяем видению Тамала Кришны Госвами, которое рядом был с Шрилой Прабхупадой каждый день. Когда я заступил на... Сейчас мы читаем 22 мая. Когда я заступил на свою смену в 4 утра, Акшананда с вами сидел перед Прабхупадой, повторяя джапу. Прабхупада тоже сидел, я тоже уселся и начал повторять джапу. Прабхупада попросил нас повторять громче. Через некоторое время я по собственному почину стал растирать ему грудь, потому что раньше он говорил, что массаж всегда хорош. Его тело очень истончилось, и теперь я чувствовал твердый узел у него в животе. После прогулки на автомобиле я решил поговорить с Прабхупадой. Я честно и открыто сказал, что его состояние ухудшается. Мы обсудили его здоровье, ценность докторов и лекарств, и диету. Прабхупада сказал, что с точки зрения медицины болезнь его в почках. И еще проблема была в том, что у него не было аппетита и пища не переваривалась. Он сказал, что у Шридхары Махараджа была такая же болезнь, и он вылечил ее тем, что, приняв пищу, через некоторое время вызывал рвоту. Таким образом, ему удавалось извлекать пользу из пищи, пока она была еще в желудке. Очень интересный момент. Только я вышел, как Прабхупада снова позвал меня и сказал: есть два пути – пытаться выжить или готовиться к смерти. Лучше приготовиться к худшему. Сделай так, чтобы 3-4 человека непрерывно вели киртану и читали Шримад Бхагаватам. А я попытаюсь немного поесть. Парикшит Махарадж даже воды не пил. Я напомнил Прабхупаде о завещании, он согласился. Несколько человек из нас должны подписаться в качестве свидетелей. Ты сам знаешь, где лежат все бумаги и счета. Я напомнил ему, что Бхавананда Махарадж просил позвать его, если состояние Прабхупады ухудшится. Прабхупада согласился и добавил: на самом деле все преданные должны прийти. На самом деле все преданные должны прийти. Такой этикет. Затем он поправился: все старшие преданные. Прабхупада сказал: когда мой гуру Махараджа готовился к операции по поводу грыжи, он написал маленькое завещание на клочке бумаги.
Но Тиртха Махараджа забрал его, и никто этого завещания так и не увидел. Но для завещания вполне достаточно клочка бумаги. Потом он не пошел на эту операцию. У него было подозрение, что доктора подкупили, чтобы он убил его. Представляете, вот какие вещи с тех времен творились в материальном мире. У него было подозрение, что доктора подкупили, чтобы он убил его. Даже на ачарию покушаются из-за материализма, зависти и желания забрать его собственность. Потому что Кришна дает, когда нужно, что нужно ачарьям для проповеди, какие-то собственности, храмы. И завистливые на телесные уровне люди, ученики так называемые, они хотят отобрать это все, потому что они хотят наслаждаться. Это не настоящие преданные. У него было подозрение, что доктора подкупили, чтобы он убил его. Постоянное киртанное чтение Шримад Бхагаватам продолжались сегодня с 6 до 10 утра и с 3 до 9 вечера. Прабхупада сидел с закрытыми глазами, погруженный в киртану. Сегодня он часто повторяет «Бхавау шадхач чотра мано пирамат». Лекарство от болезни материального существования, дарующее наслаждение уму и слуху. У меня возникло ощущение, что это и есть единственное лекарство. Я пообещал Прабхупаде, что ни одного письма ему больше не прочту и ни одного посетителя не пущу. Как долго он мечтал об этом, чтобы его не беспокоили. Но для того, чтобы это наконец случилось, ему понадобилось сильно заболеть. Я вижу, какое облегчение ему приносит это освобождение от проблем. Но умом он все равно беспокоится обо всем. «Что там с храмом Ратха Дамодары?» – спросил он. Джай Шачинандана поехал в Дели, но завтра вернется на квартиру. Почему Гуру Даса отдал ключ Гаурачанду? Это ведь лучшие комнаты, и они могут попытаться использовать их. Если он захочет, он может жить со своей женой в кухне, но не в моей комнате. Сегодня вечером после киртаны Прабхупада сказал, это необычная болезнь, это смертельно, никто от нее не выздоравливает. Сегодня вечером после киртаны Прабхупада сказал, это необычная болезнь, это смертельно, никто от нее не выздоравливает, но по милости Кришны все возможно, если Кришна захочет, человек выживет, но если нет, это будет невозможно. Потом он заговорил о Брама Самите, Ананда Чинмая Раса. Наше движение полно этой расы. Спустя некоторое время он сказал, я могу еще говорить, или если Кришна захочет, тогда что я успел дать, то и будет все. Вот это слова «наше движение полно этой расы», как поется Брама Самите в этом стихе «Ананда Чинмая Раса», тоже очень важно лично для меня. Некоторые, потому что люди говорят, что здесь нету расы, здесь есть только вайди бхакти, нету вкуса, нету духовного вкуса, только есть изначальное, вот, что мы слуга, Кришна Бог, и все, Прабхупада только это дал. Но они ошибаются. Сам Шрила Прабхупада во многих местах подтверждает. Наше движение полно этой расы. А это Ананда Чинмая раса, это раса Вриндавана. Там описывает Брама Самите. Каков Вриндаван, каков духовный мир. Спустя некоторое время он сказал, я могу еще говорить, или если Кришна захочет, тогда... Что я успел дать, то и будет все.
безграничное, как безграничное желание Прабхупады говорить о Кришне. Как безграничное желание Прабхупады говорить о Кришне. Кажется, Прабхупада чувствует облегчение от того, что отказался от борьбы за жизнь. Я чувствую, что хотя наступает время скорби, я не могу скорбеть, а наоборот счастлив, видя, что Прабхупада наконец смог думать только о Кришне. Сегодня после обеда он продиктовал свое завещание. Члены GBC должны принять на себя ответственность за все общество. Каждый храм должен управляться 3 уполномоченными. Каждый храм является доверенной собственностью. Система управления должна оставаться такой же, как сейчас. Нет необходимости что-либо менять. Деньги, положенные на мое имя в различных банках, должны быть использованы для общества и становятся собственностью общества. Вот это очень важно. Существует несколько депозитов, с которых будет выплачиваться пожизненная пенсия членам моей бывшей семьи, моя жена Вриндаван, ДММД. ММД – это его другой сын. А Вриндаван Д – старший сын. Ну, Шрила Прабхупада назначил, насколько я знаю, очень маленькую пенсию и там квартиру на их жизнь отдал, чтобы они жили. Из которых нельзя брать деньги до конца их жизни, но после их смерти деньги должны вернуться в общество. Существует несколько депозитов, еще раз почитаем, с которых будет выплачиваться пожизненная пенсия членам моей бывшей семьи, из которых нельзя брать деньги до конца их жизни, но после их смерти деньги должны вернуться в общество. Вся собственность, оформленная на мое имя, принадлежит обществу. Вот какой заботливый Шрила Прабхупада. То, что мы имеем, все было заложено Шрила Прабхупадой лично. Кришна дал ему все, лично ему, а он дал наследство всем своим детям, внукам, всему обществу, для того, чтобы все общество продолжало служить Кришне, имело храмы, больше 100 храмов общин, имело возможность печатать книги, имело фактически BBT и все книги. И вся собственность, все началось с 40 рупий, которое было у Шрилы Прабхупады, когда он приехал в Америку. И во всем мы зависим от милости Шрилы Прабхупады, во всем. Когда мы заходим в любой центр Шрилы Прабхупады, даже любой наш дом, где мы умеем по милости Шрилы Прабхупады и Кришны служить, продолжать служить, мы должны благодарить Шрилу Прабхупаду за его милосердие, что он дал нам эту возможность. По его милости Господь поддерживает нас, чтобы мы служили всем людям этого мира, чтобы они стали счастливы в сознании Кришны. В каждой квартире, в каждом доме, в каждом селении, везде, везде милость Шрилы Прабхупады и ачарьев поддерживает проповедь ради счастья людей. И если обычные люди, они еще, естественно, не понимают, кто Шрила Прабхупада и что он им дает, преданные Шрила Прабхупады, которые считают себя последователями Шрила Прабхупады, всегда должны понимать и благодарить за его дары, бесценные дары, наследие. 23 мая. Проснувшись сегодня, Прабхупада процитировал стих, в котором говорится, что материалисты считают, что это тело – все, потому что только поддерживая тело в должном состоянии, можно наслаждаться собственностью и совершать религиозные обряды. Но преданный считает, что всякий, кто верит в тело, просто осел или корова. «Кто же прав?» – спросил он, взглянув на меня. Еще раз прочитаем вот этот абзац.
Проснувшись сегодня, Прабхупада процитировал стих, в котором говорится, что материалисты считают, что это тело – все, потому что только поддерживая тело в должном состоянии, можно наслаждаться собственностью и совершать религиозные обряды. Но преданный считает, что всякий, кто верит в тело, просто осел или корова. «Кто же прав?» – спросил он, взглянув на меня. «Ночью я думаю, что умру сейчас же, а утром, что буду жить вечно. У меня уже терпения не хватает. Я всегда был слабым с детства. Меня беспокоила и тревожила каждая мелочь. Поэтому я не мог наслаждаться семейной жизнью. Я терпеть ее не мог. Но я думаю, это было только к лучшему». Здесь мы можем понять, что индивидуальный характер Шрилы Прабхупады, он сам рассказывает, проявляется с детства. И не надо найти изъяны в этом индивидуальном характере, потому что нет изъянов. «Я всегда был слабым с детства, меня беспокоила и тревожила каждая мелочь, поэтому я не мог наслаждаться семейной жизнью. Я терпеть ее не мог, но я думаю, это было только к лучшему». Шрила Прабхупада подчеркивает: «Ваша любовь после моего ухода будет проверена тем, насколько вы сможете следовать этим наставлениям. У нас есть имя, и люди ощущают наш вес. Надо это поддерживать, чтобы не получилось, как в Гаудия Матхе. После ухода Гуру Махараджи столько ачарий выискалось, а мы выиграли столько важных дел в судах. Прошедшей ночью дул легкий ветерок. Прабхупада сказал, что это говорит о приближении бури с градом. Я сказал: «Я сегодня утром смотрел на Кришну Балараму и думал, сколько чудес совершил Кришна. Не будет очень уж удивительным, если он сейчас оставит вас жить». А Баларама поддерживает все творение. От него не убудет, если он передаст вам немного силы. Мы все можем так молиться Кришне и Балараме, чтобы они спасли вас. Мы не очень-то много значим, но они могут все же прислушаться к нам». «Нет», — ответил Прабхупада, — «все вы чистые преданные, не имеющие никаких побочных мотивов». Это очень, кстати, важный момент. «Нет», — ответил Прабхупада, — «все вы чистые преданные, не имеющих никаких побочных мотивов». В 3 часа дня Шрила Прабхупада подписал свое завещание. И Шрила Прабхупада посчитал, что просить Кришне Балараме оставить Шрилу Прабхупаду и вылечить его болезнь – это мотив. И сказал, что все вы чистые преданные, которые не имеют побочных мотивов. Но ранее, мы помним, в 1967 году, когда у Шрилы Прабхупады был сердечный приступ в Америке, он специально дал мантру Нарасимхадевы, чтобы преданные всего мира молились о нем вот таким образом: «О Господь Шри Кришна, наш Гуру Махарадж не закончил свою миссию. Пожалуйста, помоги, чтобы он это сделал». То есть... Но здесь Шрила Прабхупада, когда вот на чистое желание Тамал Кришна Госвами помолиться, и сказал Тамал Кришна Госвами, что Кришна может и Баларама учесть наше желание, это тоже было чистое желание, чтобы он остался с ними и продолжал миссию. Но здесь Шрила Прабхупада сказал нет. То есть в разных ситуациях, ситуация была одинакова, болезнь, но в разных... период времени Шрила Прабхупада по-разному среагировал. Почему? Потому что Шрила Прабхупада, он всегда следует плану Кришны и всегда знает место, время, обстоятельства, когда ему что нужно. Тогда ему нужно было оставаться, а сейчас Шрила Прабхупада сказал нет.
Все вы чистые преданные, не имеющие никаких побочных мотивов. Это настолько, насколько я понимаю. 3 часа дня Шрила Прабхупада подписал свое завещание, и Упендра Гопинатха и я засвидетельствовали это. Во время киртаны Прабхупада дважды велел Яшудананде Махараджи не пить, извините, не петь баджа перед Шри Кришна Чайтанья. Это потому, что есть разные неистинные группы, которые так поют. Прабхупада велел петь Джая Шри Кришна Чайтанья, не Баджа Шри Кришна Чайтанья, а Джая Шри Кришна Чайтанья. Ближе к вечеру пришли жена и сын Гаурачанда Госвами, это главный Госвами в Рада Дамодар храме. Раньше Прабхупада говорил, что они должны более тщательно служить ему, когда он находится в храме Рада Дамодары. Я позволил им только поклониться издалека, поскольку Прабхупада отдыхал. Когда я доложил его божественной милости, что они здесь, Прабхупада спросил, как пища была предложена его изображению, и потом разозлился на меня. День за днем я откладывал поход в храм, пока Прабхупада не попросил меня пойти и поготовить там на кухне. Он сказал, что мы не должны ждать от них полных тарелок подношений. Я сказал, что думал, что мы платим им деньги именно для этой цели. «Ты слишком много думаешь», — отрезал Прабхупада. «Ты легко говоришь, я понял, и так же легко забываешь. Мы должны сами готовить для себя и небольшую часть каждого блюда откладывать, чтобы они предлагали их. Ты мой личный секретарь, ты должен отвечать за все, а ты говоришь, что понял, хотя на самом деле ничего не понял. Это очень плохо. Сначала пойми все, потом скажи «да», а потом действуй». Интересно, да? Вот сначала пойми все, потом скажи «да», а потом действуй. Я ответил: «Я глупец». Прабхупада сказал: «Это неприемлемо. Я понял, что должен стать значительно более сознательным и просто немедленно выполнять его указания. Я поклялся пойти завтра в храм и лично все проконтролировать». Прабхупада сказал: «Да, веди Джай Шачинандану должным образом во все дела». March 24. Ночная работа по переводу постепенно сходит на нет, потому что Прабхупада все труднее ему дается любое напряжение. Он сказал Упендре, что когда он берется за перевод, у него начинается сердцебиение. Ранним утром было облачно. Такая погода называется здесь Анхи. На Бенгале она называется Кал Вайсаки. Иногда она порождает циклоны. Это говорит о греховности нашего времени. Утром прибыли Бхавананда и Джаяпатака Махараджи. Вчера приехали Тривикрама с вами, Прамана с вами и Джагадгуру с вами. Бхавананда Махарадж тут же начал все мыть и благоустраивать для Прабхупады. Он не поехал на утреннюю прогулку, а предпочел вместо этого остаться и привести в порядок комнаты Прабхупады. Эта любовная преданность — единственное, что может спасти Прабхупаду. Он сказал Бхавананде, что надежды нет. «Я могу только умереть, но только если Кришна захочет». Джаяпатака отчитался о проповеди в Бангладеш. Новое изложение сознания Кришны произвело большое впечатление на мусульман. Прабхупада всем этим очень заинтересовался, потому что всего несколько поколений назад эти люди были индусами. В этой части страны люди более склонны к преданности. В Бангладеш мы хотели приобрести недостроенный храм Гауди Матха. Похоже, они были готовы передать его нам. Вопрос был только в том, согласится ли Гауди Матх сотрудничать здесь с нами. Прабхупада не смог есть, его желудок совершенно неподвижен. По велению Прабхупады мы отправились в Рата Дамодара Мандир, чтобы подготовить комнаты его баджан-кутира.
Мы получили у Гаурачанда Госвами ключ, и Ядубара и Прамана Госвами стали готовить, как мы научились, сделали это в Ришикеше. Прабхупада замечательно нас натренировал. Это было так чудесно устраивать киртану, готовить подношение Прабхупаде, а потом почитать прасадам. Прабхупада спросил меня, удобно ли мне новое приемное. Я понял, как добр Прабхупада. Много дней он терпел стук над духом, чтобы сделать мое служение более удобным. Когда Прабхупада услышал о Радха Дамодаре, он сказал, что он снова перейдет туда, как только подключат воду. Приехал Гопала Кришна. Прабхупада тут же набросился на него за то, что он медленно печатает книги. Набросился, слово тоже мне лично не нравится. Слишком много рукописей стояли в очереди на публикацию. Нечего было прикрываться деньгами. Прабхупада сказал, какой смысл экономить деньги, если у тебя нет товара? Публикуй все по любой цене. Поэтому и другим признакам я заключил, что Прабхупада настаивает на этом почти до преувеличения, чтобы мы могли осознать приоритеты. Он хотел показать нам, как надо поступать. Икшваку Прабху посетил Кодайканал и прогостил у доктора Гоша 10 дней. Доктор Гош строил дом из 15 комнат специально для Прабхупады. Но узнав от нас, что Прабхупада может не приехать, приостановил строительство. Сейчас при упоминании о докторе Гоше, который был не только всемирно известным врачом, но и личным преданным Шрилы Прабхупады, в глазах Прабхупады появился едва заметный отблеск надежды. Хотя ранее мы отказались от всякой медицинской помощи и лечения, сейчас он пожелал, чтобы доктор Гош лечил его. Если доктор Гош сможет подлечить меня, я отправлю с ним Кодайканал, чтобы лечиться дальше. Итак, мы написали письмо доктору Гошу, прося его приехать немедленно. Мая 25. Во время нашей утренней прогулки на автомобиле мы стали свидетелями гонок с полноприводной собакой. Собака бежала рядом с нашей машиной 1,5 километра и при этом постоянно лаяла и выла. Шрила Прабхупада пояснил настроение собаки. «Ты не остановился, не послушался моей команды». А человек в автомобиле думал, насколько он превосходит эту собаку, сидя в своем автомобиле, но на самом деле они заняты одним и тем же. Днем преданные провели киртану, а Трея Риши привез из Ирана спелые фрукты, и Прабхупада с удовольствием пил свежий апельсиновый сок. Судя по сходству многих слов, иранцы были арианами. Раньше большинство из них были религиозны. Женщины тем там необычайно красивые, ходят полностью закрывая тело и лицо. До начала религиозной жизни этого народа иранцы вступали в половые отношения даже со своими матерями. Сейчас большинство иранцев осовременились, стали пить алкоголь и совершать другие совершенно неприемлемые поступки. Они держали себя дома овец и ели их. На рынке там можно было приобрести гигантские чапати до метра диаметром. Эти чапати были очень мягкие и вкусные. Эти гигантские чапати, это в Армении тоже есть, лаваш называется. Они тонкие и очень вкусные. Следом прибыли Рупануга, Адикешева и Балаванта. Рупануга пришел во время 3-часовой смены. Прабхупада спросил его, что он думает об идее устроить выставку кукол в Вашингтоне. Пришел Сварупа Дамодара и показал Прабхупаде рукопись 3 статей, доказывавших истинное сознание Кришны научно и математически.
Прабхупада был очень доволен. Когда в 4:30 пришел Ади Кешава, Прабхупада сиял. Прабхупада с удовольствием выслушал его отчет о результатах судебных решений относительно индийцев во всем мире. Еще прибыл Дриштадюмна Махараджа. Вечером собралось много преданных, и Джай Шачинандана провел удивительнейшую киртану. Прабхупада спросил, придет ли доктор Гош, но уже после этого он сказал Бхавананде Махараджа, что надежды нет. «Симптомы очень плохие», — сказал он. «Я укажу тех саньяси, которые станут ачарями». Во время киртаны чтения Шримад Бхагаватам Прабхупада то сидел, то лежал. Ложа его стояла в центре комнаты, и Шрила Прабхупада был окружен учениками. «Я видел, что присутствие множества любящих учеников очень вдохновляет Шрилу Прабхупаду. Может быть, Кришна услышит искренние молитвы всех преданных и сохранит жизнь нашему любимому духовному учителю. Утром я посылал Икшваку позвонить доктору Гошу. Мы разослали телеграммы по всем нашим храмам с просьбой молиться за Шрилу Прабхупаду и вести круглосуточную киртану. Ночи были тяжелыми для Прабхупады. Он не мог переводить, потому что усилия, которые он совершал, произнося слова, вызывало у него сердцебиение. Сон его также прерывался сердцебиениями. Я предложил устроить так, чтобы несколько преданных всю ночь вели киртану. И мы начали это делать. Двое преданных непрерывно массировали Прабхупаду, причем один массировал область сердца, чтобы успокоить его. Когда Прабхупада проснулся, он посмотрел на меня и сказал: «Теперь я или умру, или съем 4 чапати». Да, Шрила Прабхупада удивительный. «Теперь я или умру, или съем 4 чапати». Мая 26. Ранним утром Прабхупада говорил о том, какую важную роль играет добрая жена в жизни мужа. Добрая жена в жизни мужа. Он вспоминал свою тетю, которая так славно заботилась о его дяде, хотя он вовсе не был богат. Интересно, да? Приехал гуру Крипа Махараджа с цветами и фруктами из Таиланда. Киртананда Махараджа привез молочные продукты из Новой Вриндаваны. Рамешва Махарадж представил новое издание трехтомника о Кришне. Прибыли также Хридаянанда Махарадж, Панча Дравида Махарадж, Джагадиша, Гирираджа, Бали Мардана и Чайтья Гуру. Когда вошел Гирираджа с первой группой киртаны, Прабхупада просиял и стал расспрашивать о Бомбее. Когда эту группу сменила группа Киртананды и Рамешвари, Прабхупада беседовал с ними целый час. Ему очень понравился рассказ об издании трехтомника «Кришна» и то, что теперь так много американцев узнали о Кришне. Он говорил о новой Вриндаване и новой Вашане и о том, как счастливы их жители. Он отметил, что распространение книг должно удвоиться. И под конец он послушал чтение двух глав Кришны. «Во время массажа я пришел к Прабхупаде. Вы обсудили, как вести дела?» – спросил меня он. Я ответил, что в завещании говорится, что все должно идти, как идет. Я спросил, где он хотел бы, чтобы покоилось его тело. «Как я могу сказать, где я оставлю тело?» – ответил он. «Тело ачари натирают солью и хоронят в земле, а не сжигают». Я спросил, где поместить ваше тело? Я скажу. Обед Прабхупады состоял из фруктов, привезенных со всей земли. Но Прабхупада съел очень мало. Он попил апельсинового сока из Яффы и отведал пури из Новой Вриндаваны. Похвалил Куладри Прабу, как хорошо он всему научился. Мая 27.
Вчера Прабхупада попросил преданных, которые пели в его комнате, не уходите от меня. Я спросил, вам лучше? Да, мне чуть лучше. Продолжайте давать мне это лекарство, пение святого имени. Сегодня утром он сказал, что клубнично-смородиновый сироп, который Гардамуни привез из Махабалешвара, принес ему облегчение. Всю ночь напролет преданные пели для Прабхупады. Он сказал, чтобы с 9 вечера до полуночи сделали перерыв, чтобы никто не пел. Рупануга Прабху сочинил молитву к высшим силам, чтобы они позволили Прабхупаде остаться в этом мире. Шрила Прабхупада похвалил его. Это было в 3 утра. Затем Прабхупада пожелал послушать статьи из Вашингтонской газеты о депрограмматорах. Прабхупада очень сердился, что Гопала Кришна до сих пор не закончил издание на хинди. Строго отругав Гопалу, Прабхупада сказал, «Я не могу больше. Неужели ты не видишь, что когда я думаю об этом, я забываю, что болен, и начинаю говорить слишком громко? Ты убиваешь меня, как мусульмане, которые перережут глотку козлу и ждут, пока вытечет кровь. Если ты не хочешь убивать меня так мучительно, иди и закончи это издание». Приехал Атул Кришна Госвами из храма Радха Раманы. Он восславил Прабхупаду, но затем задал вопрос. Кто после вас будет владеть всей этой собственностью? Когда он ушел, Прабхупада позвал Гопала Кришну. Бавананда и я тоже были там, и Прабхупада сказал. Теперь я понимаю, что все вокруг точат зубы на нашу собственность. Наше положение, наша собственность и все остальное вызывает зависть. Чтобы защитить все это, нужно очень сильное управление. Но вы все дети, поэтому мне приходится совать нос во все дела. Между вами нет сильного человека. Из всех вас только Рамешвара имеет хоть какой-то разум. Теперь примите необходимые меры, чтобы все наше дело было в безопасности. Было проведено собрание GBC и избран комитет в составе Рамешвары, Джаяпатаки, Гирираджи, Гопала Кришны, Джаятиртхи и меня, который должен был превратить все наше имущество в Индии в управляемую собственность. Доверенность на управление была предварительно составлена по образцу документа на BBT. Мы прочитали ее, его божественной милости. Прабхупада был очень доволен и сказал, «Слава будущим управителям ИСКОН!» Потом он сказал, «Теперь я могу умереть спокойно» и заплакал. Потом он сказал, «Теперь я могу умереть спокойно» и заплакал. Очень важный дневник Тамала Кришны Госвами. Днем Махамса Свами, Шридхар Свами, Яшодананда пели киртану, а Прабхупада говорил о фермах и раздаче прасадама. Вечером приходили Говинда Махарадж, президент Чайтанья Мадха и Кришнадаса Бабаджи. Прабхупада попросил Говинду Махараджу отдать нам Гаудия Мадхдаке. Тот не хотел соглашаться, сказав, что ему нужно посоветоваться с сыном и братом Тиштхи Махараджи. Прабхупада не хотел его отпускать, но все равно ничего решить не удалось. Вечером Джай Шачинандана представил Прабхупаде огорчительный доклад о делах в храме Радха Дамодары. После этого Прабхупада имел беседу с Вишвамбарой о принятии саньясы. Хотя все они являются его учениками, положиться нельзя ни на кого. И здесь, дорогие преданные, мы остановимся. Сегодня мы прочитали с 21 мая по 27 мая включительно. Джай Шрила Прабхупада.